Перед арестом Михаил Каганович застрелился. Лазарь Каганович, бросившись в революцию, по нуждам революционной работы с 1917 года переезжал с места на место. В Нижнем Новгороде он встретился с Молотовым, который выдвинул его на пост председателя Нижегородского губисполкома, и эта встреча определила его карьеру. Правда, он еще кочевал, побывал в Воронеже, в Средней Азии, наконец в ВСПЦ, на профсоюзной работе. Отсюда Молотов в 1922 году берет его в заведующий ортодотделом ЦК, и здесь начинается его быстрое восхождение.